ну смотри, это принцесса, а это зайчик. Это... А это кошмар. Кошмар там? Да, кошмар там. Вот кошмар. Покажи, где кошмар. Вот. Он а, это чеширский кот, кошмар. Это кошмар. Это же кот. Это чеширский кот. Это чеширский кот. Это не кошмар. Это не кошмар. Так, мы с Элисиком решили тут что-то сделать. Вот такой набор нашли во время уборки. Может быть, кто-то из вас его видел, лежал у нас постоянно сверху шкафчиков. И сейчас лисенок попросил, говорит, давай, мама, сделаем. Здесь в наборе идет какая-то волшебная вода. Я не знаю, что это такое. Наверное, какая-нибудь химия. Ее надо разбавить с обычной водой и налить. Так что, пап, что сначала делать? Первым шагом что? Батарейки вставить. А, батарейки. Сейчас в этот аквариум еще и батарейки поставим, представляешь? Давай. Я немного постройки посижу и подожду тут папу, и пока тут он, папа, батарейки он зайдет. Правильно, немного посидим и подождем. Это доченька Алиса в стране чудес. Эту девочку зовут Алиса, видишь? Она встретила белого кролика и чеширского кота. Да, я встретила. Где ж мои соколки? Вставляем батарейки, аквариум наполняем водой и вон ложка соли. Ага. Потом до нижней риски эту магическую воду. Дальше опускаем туда эту черепашку. Вытаскиваем. Пустую? Ну, пусть пока пустую. Потом вытираем ее полотенцем. Ага. Капаем краски, размазываем. А, на попробуем. 3 минуты опять опускаем в эту магическую воду, потом в аквариум. Вон нажимается кнопка, и, я так понимаю, вон подсветка. Такая, ну да, как да, ночник. Знаете, меня вот немного напрягает, когда вот так делают. Вот магическая вода, да? Понятно, что они не хотят там, может, какой-то рецепт выдавать своего этого, чтобы другие производители игрушек не повторили. Но, ну, родители-то должны знать, с чем имеет ребенок дело. Ну, что такое магическая вода? Мало ли, что там может содержаться. Может, его вдыхать нельзя. Может, ну, не знаю, как-то мне не очень нравится тут вообще эта идея. Наливать непонятно что и с ним играться. Ну, мы не будем Алиске давать окунать туда руки, пускай сейчас мы с Костей будем это делать. Она будет только красками работать. Ну, уже попробуем. Доть, а ты кого сначала сделаешь? Черепашку или кита, или кого? Выбирай. Вот это все. Всех сразу? Ну, а кого первым будешь делать? Видимо, расскажешь. Да, ну ждем же ж папу. Ждем же папу. И повернем тут краски. Подождем тут папу. Мама, хочешь, папа, мы подымают? А хочешь, мы выиграем их мячик? Мама. Давай, а поиграем. А папа, вон, подымают он. Давай, кидай мячик. А хочешь, мы их мячик поиграем? Кидай. Оп, лови. Оп, молодец. Оп. Опа, молодец. Ой, укатился. Кидай. Оп. Пх, молодец. Пх. Так, Костя наливает магическую воду. Сонок тем временем играет. Все выливаешь? Теперь опускаем формочку. А на сколько там не сказано? А вот первый раз нет. Теперь на сухо вытираем. Угу. Сейчас папа вытирает и будешь раскрашивать. Да. А розовый даже желтый. Мы даже мы такой розовый. И даже зеленый. И даже советом и синим. В ямке лей в точечки, да, вот туда. Нажимай немножечко, чуть-чуть, да, там вот там что-то не чуть-чуть. Ну, как получится. Как получится, да. Что-то, смотри, какие-то краски такие. Сначала жидкие вытекли. Да уж. Вот. Что-то, мне кажется, ничего не выйдет из-за того, что они вытекли сначала. О, какой он красивый. Даже он с плоти. Да, сделаем и оладью глазик. Вот. Все, Лиска, закручиваем. Закручиваем.
Так, это опускаем. Молодец. И будем пробовать химичить. На 3 минуты? Минут. У нас реально ничего не выйдет. Как-то скукожилась сама краска, а вот то, что там жидкое вытекло, оно, видно, растворилось в этой воде. Вот это и будет такая черепаха, как вот эта оранжевая скукожилась. Так, у нас попытка номер 2. Лисочка делает звезду. Сейчас вроде лучше краска. Вот эта розовая краска, она не такая жидкая. Может быть, с этого что-то и выйдет. Старается так. Все, уже наполнилось. Чуть-чуть. Лиска вот в этом месте. Чуть-чуть. Хотя там уже затекает. Все нормально. Так, сейчас 3 минуты. Может, на этот раз нам повезет. Опять она скукоживается. Значит, она и должна скукоживаться. Но может это хоть красивее будет, а не так как-то. Большота у нас. Ну, надо было в эти выемки другую краску, чтобы она, а так она чисто будет. Не, ну она какая-то вообще страшная. Она мне напомнила видео про гомункула. Получилось. Видишь, она уменьшается, Алисочка. Она уменьшается. Еще минутка. А у них на коробке такие красивые все нарисованы. Или мы что-то не так делаем? Ну покажи. Ну, черепаха такой более-менее вид черепаши принял. Со временем, да? Ну со временем, да. Вот 4 лапы, эти ласты. Хвост даже есть. Ну да, вот просто краска неравномерная. Звезда даже тоже. А там же нарисовано сразу, как вынимаешь их в воду вкидывать. Да. Будем кидать, да, Алис, в аквариум? Еще будем искать кита. Сейчас, подожди, папа кита сполоснет. Папа кита сполоснет. Тут еще вообще пузырь какой-то. Скорее, осьминог. О, там не только подсветка. Там оно еще бултыхается. Смотри, какая звезда, Алис. Какая звезда. И черепашка. Ну, хотя бы этот аквариум останется. Туда можно же кидать все, что угодно. Верно? Да. Прикольно. Кит, какой красивый. Что, плавает? Скукоживается. Все скукоживается. Как они плавают. Все равно прикольно. Плавают прикольно. Одноглазая черепаха. Второй нас не сделает. Вот видишь, Алис, мама мечтала об аквариуме. А у тебя аквариум у первой появился. Да. Первый аквариум. Да, наш первый аквариум. Вот это желтые какие-то. Похоже на кита. Еще будешь делать? Да, еще буду делать. Только сначала закрою землю. Это маме тоже. И даже мы с комком не грузим. Мы советовали. Ты медузу будешь сейчас делать, да, дочь? И вот морской конек. И морского конька. Да. Сейчас закрою стенку. Уже раскрашиваю. Ну, это тоже более-менее на рыбку. Ну, скукоживалось тоже, конечно. Ну, что-то похожее уже. Смотри, папа рыбку синюю кинул. Мама, смотри, черепаха. Он с китом, с морским, с водичком, с рыбком. Он тоже плавает. Смотри, как они плавают. Класс. И на них настройки потишу и на них посмотрю. Папа, смотри, как они плавают. Морская с водичкой, и черепаха, и рыбка даже, и даже кит. Смотри, как они плавают. Рыбка даже плавает. Вот это у нас перед сном развлечение такое. Зато не телевизор, да, доченька? Все, закрыла. Молодец.
Смотри, как они так плавают. Кувыркаются прямо. Да. Собачка выше кошки. Потому что это ее желтая собачка. У ее краски. Когда у них зеленая, папе у них спасите вот из них зеленым полотенушком. Да, сейчас папа выйдет. Папа выйдет полотенушком и так и все. Все, спасибо. А как что-то вообще? М? Конек вообще какой-то странный. А, конек? Медуза осталась, да, Доти? Там медуза осталась. Надо не укусить, нюхай такие. Нюхай у меня. Слушай, с ней уже можно в такие наборы запросто играть. А на наборе, вы знаете, было написано 5+. Ребенку и в 3,5. Ну, еще нет 3,5. Спасибо, они хвостки. Да. Костя, когда Лисе 3,5 года будет вообще? Сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь, март. А, аж весной. Не, подожди, 2 февраля. Не 2 августа. Почему? Август? 2 февраля. Сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль. Точно, 2 февраля. А, ну то уже не за горами, в принципе. Угу. Можно сказать, через месяц уже и 3,5 года будет. Все, медуза уже. Ну вот смотрите, ребенок подходит к возрасту 3,5, уже может все. Любые наборы творческие делать, видите? Она уже умеет резать, кстати, ножницами научилась. Я не засняла, я не знаю, последние дни вообще мало чего снимала, но она уже режет ножницами. Мы упаковывали подарки, она мне помогала. Вот. Клеить мы еще вот обычным клеем не пробовали. То есть там наклейки, всякие скотчи, да. Обычным клеем можно уже тоже пробовать клеить, я так понимаю. Уже все можно делать. Тоже вот ребенка в 3 года, да, и вот в 3 года и почти 5 месяцев вообще не сравнишь. То есть она сейчас гораздо старше стала, чем была, когда ей 3 годика исполнилось. И по рассуждениям, и по умениям, и по всему. Чудесный аквариум. Успокаивает. Да, Алиска? Помнишь, Кость, про правило, когда движется три... Если смотришь на 3 разных движения, то ты успокаиваешься. Если потихо уже. Тем более. Просто мозг, когда видит 3 движения, он не может воспринимать что-то еще, и ты по-любому расслабляешься. Вот ты идешь, например, по дороге, ты видишь, идет человек, едет машина, и там, допустим, еще что-нибудь. Падает кирпич. Ну... И не знаю, какое еще движение третье. И вот когда 3 движения есть, все, ты уже нервничать не будешь. А здесь действительно уже аж 5. То есть вот так поставил, пошевелил 3 пальцами. Ну, если ты сидишь на них, смотришь, то да. Ну, я же говорю, перед глазами пошевелил. Ну, да. Так, а вот зачем сделаны вот эти? Помнишь, шарики болтаются на веревочках такие? Ну, стукают друг друга. Ну, там больше движений тоже происходит. О, видишь, как успокаивает. Я же спать захотелось, да? Я уже спать хочу. Пойдем. Алиска, тут я тебя поддерживаю 100%. Пойдем спать, солнышко. Сиди, сейчас уснешь. Пошли в кроватку, зайка. Пойдем чистить зубки, надевать пижамку. Ну что там, медуза готова? Смотри, папа медузу запускает последний. Папа медузу! Все. Ты всех сделала, молодец. Все, а теперь закрываем крышечку. Будешь еще делать? Буду еще делать. А ты ж спать хотела. Не спать. Алиска, давай лучше спать, а? Не хочу я спать. А я хочу. Не хочешь ты спать. Давай, не спи. Будем делать все. А ты скажи, ты папа, иди спи, а я сама сделаю. Давай, я иду спать. Папа, иди, я сама сделаю. Вот, смотри, сейчас сделаю. Ой. Квакнула так. Да какого?
А я крашу, у них маску, и такой носик, у них глазки. Вот я крашу, у них глазки. Видишь, я крашу. А теперь рыбку. Сделай ей плавнички красными, а рыбку другим цветом. Да, рыбку так. Их розовый. Ты хочешь всех розовенькими сделать? Да. Сейчас только рыбки. Крякнула. Да, пукнула. Все, теперь закрываем крышечку. А теперь мы скроем в конёка. Этих морского конёнка фиолетового не хаялась. Фалиска химичит. Все, а теперь какие-то глазики. И даже не хватит таких. Вот даже он крякнул. Все, он еще закрыл. И все. Все закончилось? Закончилось. Давай следующую открывай. Давай. Зеленую только. Зеленую с фиолетом некрасиво будет. Давай лучше желтую, может. Давай лучше зеленую. Давай. А, ну черепаху давай зеленую, да. Давай. Черепахе будет красиво. Я грею счастье внутри, смотри, оно с тобой связано. Глаза мои завязаны, но я все вижу. Я грею счастье внутри, смотри, оно с тобою связано. Мне все про все рассказано, и я все.